Ну, Рома, тут так, идешь в шумах, ну, в принципе, так, на грани разборчивости, на приеме. Ага, я понял, понял. Ну, ты, Женя, вообще идеально. Хорошо, идешь на приеме. Да не, по идее, где-то здесь был. Я ему сказал, что мы сюда переезжаем на приеме. У Т3 УЦБ, у Т4 УТИ. 9 плюс 40 идешь, отлично. Ты Женю слышишь или Рому кого-нибудь на приеме? Принял. Так, ОР5 УГМ. Ты принимаешь Андрюху, чи не принимаешь, Жень? Ну, он тебя не слышит, говорит. Там на грани шумодава вообще еле-еле на приеме. Рома, 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 пошел 6 баллов, отлично, хорошо, намного лучше слышно стало. Да, принято, Женька, тебе слово. Да, принято, принято. Ну, жалко, что вы УЦБ не слышите, точнее, он вас не слышит. Андрюха, попробуй, может, антенку покрути в сторону Вишневого на приеме. У Т3 УЦБ, у Т4 УТИ. У Т3 УЦБ, у Т4 УТИ. Уже, походу, спетлял куда-то. Или станция перегрелась. Хай-хай. Ну что, ну хорошо, спасибо вам за тест, ребятки. Я вот тут как раз вот видео кусочек записал. Выложу, посмотрите, как оно, что оно на приеме. Йоу, якась несучка. Походу УЦБ опять играется с микрофоном, потому что-то нажал и держит. Ну этот, 145, по-моему, 275 идет вообще отлично. А так, в принципе, пока что еще не пробовал. Сюда же это зашивать все надо ручками вбивать, так что это такое дело. Да, Женчик, принято. Ну, погоняю. Вчера пробовал на этот накручивать на свою ЕСКу. Ну, как-то так, знаешь, на 5 ватт что-то глухомань не что-то. Ну, единственное, что открываю, вот это 145-275. Вот. А так, по репитерам прошерстил, глухомань вроде. Ну, это надо на крышу выходить, чтобы направить же антенну нормально. А то мне тут только запад, грубо говоря, на приеме. Да, вот наступили друг на друга. Ты не бойся дома вертеть, что балкон нас направляет, что стену на стену пробьет. Можно пробовать так, а на крышу потом, если что, полезешь. По идее, Золотоношу и Белую Церковь ты должен открыть. Я принял. Ну хорошо, ладно, попробую. Ну ладно, Женек, давай тогда. Переезжаем обратно на репитер. Сейчас пойду еще на перекур схожу. Давай тогда, 73. Спасибо еще раз за тест антенки на приеме. Погодь, погодь. Да, поздравляю с испытанием антенны, так сказать. Хорошо работает, слышно тебя громогласно. Последний вопрос. Там у тебя шумел блок питания. Что ты делал? Честно скажу, ничего абсолютно не делал. Вообще ничего, не поверишь.
Единственное, что, видимо, перевоткнул его в другую розетку, там просто заземлением было, да и все, на приеме. Ага, понятно, потому что то, что мило, сейчас вообще идеально идешь. Добро, принято. Хорошо, Саш, также тебе жму руку 73 и сразу после моего включения для финала ОР5 УГЛ перед микрофоном. Да, 7-3, ребята, давайте. До встречи на репитере. У меня что-то непонятно чего включилась сама передача. То у тебя, Андрюха, наверное, тангенту заклинило. Хай-хай. Да нет, что-то на экране написалось 89 и начало передача идти. Прикольно. Ну, не знаю, что это. Кури Мануил, как говорится. Может, перепрошайте ее, черт его знает. На приеме. Понятно. Ну лады, хорошо, Андрюха, давай переезжаем обратно на репу. Будем там уже, ля-ля. Бо у тебя станция перегреется, хай-хай. Да да, кипяток уже, мы его в баню, блин. Его только в баню, когда подливать кипяточку, чтобы пар шел. Ты смотри, бы выходной каскад спалишь еще, не дай бог. Да, есть ссылочка.